В Астраханской области неэффективно используют бюджетные средства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании Совета, которое прошло сегодня в Астрахани. Он привел данные о том, как изменились экономические показатели за год, что повлияло на политическую ситуацию в стране, и озвучил проблемы, которые ему поручил обсудить на этом совещании президент России Владимир Путин. В Астраханской области, как в других регионах юга России, особенно остро ощущается угроза социальной напряженности. Поддержание стабильности на рынке труда стало приоритетной задачей, которую необходимо решать в срочном порядке в ближайшее время. С начала года количество безработных на юге России выросло более чем на 10%. Такие данные привел полномочный представитель президента в федеральных округах Владимир Устинов. Ряд показателей экономического развития снижается, что во многом определяет негативную тенденцию. Фактором, негативно влияющим на ситуацию на рынке труда, по-прежнему остается неконтролируемый приток как иностранной рабочей силы, так и работников из других регионов нашей страны. К примеру, по итогам 2014 года сотрудниками ФМС России в Южном федеральном округе выявлено свыше 14 тысяч административных правонарушений, связанных с незаконной трудовой деятельностью. А это все вполне может приводить и приводит зачастую к росту социальной напряженности и конфликтам на этнических почвах. Как отметил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, на данный момент в субъектах федерального округа разработаны национальные программы, направленные на укрепление единства российской нации. Однако он отметил, что далеко не во всех регионах должным образом исполняются указы президента. Такие проблемы встречаются в Республике Калмыкия, Ростовской и Волгоградской областях. В Астраханской области, по словам Николая Патрушева, зафиксированы случаи неэффективного использования бюджетных средств. В ряде случаев отсутствовал надлежащий контроль со стороны уполномоченных органов. Прошу руководителей субъектов обратить на это внимание. Также Николай Патрушев в связи с текущим положением дел сообщил пожелания Владимира Путина, которые в том числе необходимо принять к сведению Совету, сделать государственную поддержку более адресной. Наталья Чунина, Тимофей Кухарчук, новости РЕН-ТВ Астрахань.